Добрый вечер, дамы и господа. В эфире программа «Пресс-клуб». Я Геннадий Катсов. Рад приветствовать вас в нашей передаче. И сегодня мы рассмотрим, как всегда, основные темы прошедшей рабочей недели с нашими гостями. Я хочу сразу же представить гостей. Рядом со мной Петр Залмаев. Он представляет Евразийскую демократическую инициативу. Вы уже были здесь у нас в гостях, но я потом попрошу вас два слова сказать все-таки о вашей организации. Приветствую вас в начале программы. И Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды». Соединенных Штатов. Алексей, приветствую. Здравствуйте. Петр, в двух словах. Организация ваша. Евразийская демократическая инициатива расположена в Нью-Йорке. И вот уже более 6 лет организация занимается отслеживанием политических, социальных, культурных трендов в странах бывшего Советского Союза. В том числе вот, за последние несколько месяцев Евразийская демократическая инициатива активно участвует в освещении ситуации на востоке Украины и вообще... Но вы сам журналист, то есть вы пишете... Я не сказал бы, что я журналист, но просто вот в контексте событий в Украине и других вообще трендов на постсоветском пространстве я иногда выступаю на различных телевизионных каналах, таких как BBC, CNN, также веду авторскую колонку на сайте Аль-Джазира и Huffington Post. Вы здесь закончили у вас? Я закончил Колумбийский университет, как раз специализация Харриман Институт. Это Евразия и Европа, в частности Россия, постсоветское пространство. Ну что, давайте теперь перейдем к нашим темам. Итак, начнем с понедельника. США призывают Россию не использовать голосование в самопровозглашенных на востоке Украины народных республиках в качестве повода для переброски войск к российско-украинской границе. Об этом заявил представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Марк Строк. Он предостерег Россию от использования, цитирую, подобного незаконного голосования в качестве предлога для того, чтобы ввести дополнительные войска и военное снаряжение на Украину. При этом он упомянул недавние, цитирую, свидетельства относительно того, что российская армия передвигает свои силы обратно к границе вдоль районов на востоке Украины. Ну, так цитирует Строха средства массовой информации. Чиновник Соединенных Штатов также еще раз сказал, что США не признают результатов так называемых выборов. Алексей, у меня к вам вопрос, поскольку мы сейчас говорим-то о понедельнике. В пятницу уже выступил представитель президента России Ушаков, который сказал... Бывший посол. Да, здесь он был, да, ну не здесь, а в Вашингтоне. Бывший посол Соединенных Штатов. России в Соединенных Штатах. Да. И он как раз сказал, что российское правительство, Россия, она уважает народное волеизъявление, но не признает выборов в Луганском и Донецком. Не совсем точная цитата, он сказал, что... Вы сейчас меня поправите, да. На самом деле это очень такой интересный поворот, поскольку в течение недели напряжение, оно, в общем-то, не падало. Выборы прошли в воскресенье, насколько помнят наши телезрители, и постоянно шла речь о том, что если Россия признает эти выборы, то уже Европа и Соединенные Штаты, они говорили, что тогда мы будем рассматривать новый пакет санкций. В общем, ситуация будет еще больше напрягаться, накаляться и так далее. Не произошло это. На ваш взгляд, почему? В течение этой недели, я думаю, вы как журналист «Комсомольской правды», вы тоже следили, что происходило и так далее. Ваш комментарий по тому, что произошло уже, собственно, в пятницу. Если вы говорите о выборах, которые состоялись ровно неделю назад, которые Россия, подчеркну, уважает, но ни в коем случае не признает, и Ушаков как раз обратил внимание прессы на то, что существует существенная разница. Ему задали вопрос, да, уважать это признавать, он говорит, нет, это два разных слова. Это два разных слова, и в дипломатии любой тон или даже полутон принципиально важен. России эти выборы, на мой взгляд, да и на всеобщий взгляд, нужны лишь как часть исполнения Минских соглашений. Вопрос, конечно, будут ли они признаны всеми участниками Минских соглашений, а там, напомню, была многосторонняя, большая группа интересантов, которые эти соглашения либо подписывала, либо парафировала. А касательно движения российской армии вдоль, подчеркну, границы с Украиной, с российской стороны, на территории Российской Федерации, вдоль своей границы, а еще и учитывая тот факт, что в Новороссии, в самопровозглашенных республиках, не суть важно, мы уже запутались в терминах, происходят, по сути дела, военные действия. Россия имеет полное право, как суверенное государство, и, конечно же, свои границы она намерена защищать и держать на замке. Ну, это, опять-таки, это тема, которую мы постоянно можем обсуждать. Входили войска, не входили, кто там существует на этих территориях и так далее. Там и чеченцы, там и казаки, там кто угодно сегодня. Угу. Я как раз хочу, чтобы мы сейчас говорили о выборах, и вот
этом решении России. Все дело в том, что в газетах как раз и в средствах массовой информации говорили, что ну, здесь совершенно очевидно два пути. Один путь — это Россия признает, другой путь — Россия не признает. В данном случае... Неправда, если... несколько путей. Я еще как минимум два пути, то есть они очевидны. Сейчас вы добавите еще. Но если Россия не признает, то в данном случае получается, что ну, россияне как бы не видят иначе тогда своего президента, который идет, вот он идет своим курсом, и он непреклонен в этом, а тут вдруг вот такой поворот. Столько месяцев, собственно говоря, поддерживать это все. Я напомню, кстати, нашим телезрителям, что выборы, которые прошли 11 мая в этих же, в Донецке и в Луганске, Путин тоже, не выборы, а референдум, Путин тоже по этому референдуму до сих пор ни одного слова не сказал. То есть здесь вот опять-таки, с одной стороны говорили, что иначе может упасть рейтинг, но я, например, вижу, что это, в общем-то, это какое-то продолжение политики Путина, отталкиваясь от того, как он повел себя еще и в мае. Ваш комментарий. Как вы совершенно справедливо отметили, что по некоторым событиям мнение российского государства в лице или президента, в лице министра иностранных дел или каких-то других законных представителей до сих пор не получено. Это как раз третий путь в отношении последних выборов. На мой взгляд, один из самых... скажем так, реальных. Выборы будут либо признаны, либо не признаны. Мы сейчас употребляем четкие глаголы и четкие нарративы, но не сейчас. Когда это произойдет? Через 3, через 4, через 5 месяцев, через 6, я не знаю. Но кажется, что все, вся интрига близится к развязке по одной простой причине. Все эксперты и не эксперты понимали, что для России, для определенных кругов, если даже хотите, для определенных элит, зима, зимний период времени был принципиально важным. Для чего? Для того, чтобы Европа не на словах, а на деле почувствовала свою зависимость. Она существует и совсем не скоро будет изжита от российского газа. И как только это произойдет, Европа и все евразийские другие сообщества, инициативы и все что угодно будут гораздо сговорчивее. То есть это политика шантажа в результате? Нет, это политика. Ну, вы должны понять, что вы зависите от нашего газа, да, и поэтому будете присылать. Это политика, экономика, это совершенно нормально. Точно такие же, если хотите, уловки, если хотите, сценарии применяют и Соединенные Штаты Америки, и другие страны. Ничего, ну, скажем так, постыдного или ничего неизвестного доселе это мировой политики да. Здесь нет. Петр, итак, ситуация, ну, опять-таки, с чего хотите, с того и начинайте. Выборы – это одна тема, отношение России, признание России или непризнание этих выборов – эта тема несколько другая. Собственно, она получила свое развитие, получала в течение недели. В пятницу было такое заявление. Мне кажется, Алексей справедливо совершенно говорит, что Россия, в общем-то, тянет время. Вот такое вот состояние как бы между мы не признаем, но с другой стороны мы и не подтверждаем. Вот это состояние, оно когда-то должно разрешиться, вполне возможно, там, через год, через полгода, через несколько месяцев. Но Россия сейчас явно приняла вот эту политику, эту позицию. Подождем. Пожалуйста, ваш комментарий. Ну, вы знаете, конечно же, Кремль не собирается, что называется, отказываться от ЛНР и ДНР, сливать эти два субъекта, как две части большего... проекта Новороссии, по той простой причине, что с самого начала эти два проекта были четко спланированной акцией Кремля. Они были и продолжают оставаться акцией я вот Кремля. Вы уверены, что четко спланированы? Или же по ходу действия, по развороту событий, как бы Кремль корректировал? Да, насчет того, что спланировано, это одно, но я бы, может быть, прокорректировал бы себя и сказал, что это четко инспирированные. Mm-hmm. акции, инспирированные извне. Я, как вот вы ссылались на майский референдум, так и сейчас выборы прошедшие не являются ни в коей мере волеизъявлений народов так называемых ЛНР и ДНР. Понимаете? То есть в этом всем то, что видим мы сейчас, эти выборы, господин Захарченко и вот, лидер ЛНР, это всего лишь пешки в игре Кремля, которую сейчас эта игра идет, где Донбасс играет всего лишь второстепенную роль. Я вижу Донбасс всего лишь как этот вот жумпл, что ли, как вот это вот средние века бревно, которым разбивали ворота, вот эти украинские ворота. Это пушечное мясо. Понимаете? И то, что мы сейчас видим в Донецке, то, что происходит сейчас в городе, где усилились военные действия, и заявления, очень воинственные заявления лидеров
этих двух субъектов, что будут продолжаться военные действия за освобождение, в кавычках, всей территории Донбасса и, может быть, даже вплоть до Одессы и Харькова и так далее, свидетельствует именно о том, что они себе сами не принадлежат. Они всего лишь исполнители воли. Здесь очень интересный момент. Здесь очень интересный момент. Поскольку вы говорите, что они марионетки и так далее. Все дело в том, что не признавая их, получается, что с одной стороны, да, можно, конечно, держать их как бы на веревочке, но с другой стороны, здесь есть опасение, что они просто обозлятся и станут самостоятельными, поскольку для России прецедент уже есть. Это Абхазия и Осетия, Южная Осетия и Абхазия, где, в общем-то, с одной стороны, все время говорили, что там марионетки и так далее, но потом они вдруг показали, что они могут и взбрыкнуть. Я думаю, что для России вот эта ситуация, она очень и очень неприятная будет, если и в Донецкой, и в Луганской народных республиках, вот так называемых, вот эти люди, они в результате начнут показывать свой норов. То есть здесь, видимо, до какого-то момента можно так вести себя, а потом дальше это опасно становится. Совершенно верно, и поэтому мы именно и видим уже какие-то первые признаки этих междоусобиц. Вы знаете, то есть был такой деятель Павел Губарев, который остается сейчас жив, он находится в больнице Ростова соседнего, который был просто сведен с рельса, потому что он играл свою игру, он оказался неугодным. Также недавно вы видели, сместили главаря сепаратистов в Горловке, Безлера, так называемого, Беса Безлера, который сейчас, по некоторой информации, находится в Крыму и так далее. То есть идут рокировки, и мне кажется, что вот именно это лидеры... Я вижу, что вы внимательно за этим следите. Да, я вижу, что вы следите. Вот интересно замечание Стрелкова, который, да, собственно, там все возглавлял до какого-то момента. Он-то однозначно был ставленником Москвы, собственно говоря, он российский офицер и так далее, он сейчас в Москве вроде находится, где-то, по крайней мере, да, в России. Он любопытное сделал замечание, он говорит, что Луганская и Донецкая народные республики, они как раковая опухоль, они не дают жить ни Украине, ни России. Вот как вы это замечание прокомментируете? Как язва, он сказал. Как язва, да, выгодна именно Соединенным Штатам, да, Америки. Как вы прокомментируете? Я прокомментирую то, что он потом дополнил, очень важную вещь сказал, что это всего лишь... проекты или частицы большого великого проекта «Новороссия». Он заявил о том, что русский и украинский народы являются одним народом. Это обе составные части этого этноса, они и являются, славяне, они и есть Новороссия. И Россия тоже часть этой Новороссии получается. Это именно подтверждает высказанную мной ранее позицию, что ЛНР и ДНР, я думаю, рано или поздно будут сметены. Они перестанут существовать как субъекты, потому что они являются частью этой серьезной... Как юридические субъекты. Да, вообще. То есть это часть проекта Новороссии. Если вы видели карты, которые раздавали в свое время в Донецке, так называемой Новороссии, Новороссия полагается от севера Харьковской области, то есть вся Харьковская область, Донбасс, юг Украины и вплоть до Одессы. То есть в результате успешного... Включая Малороссию, да, потому что юг это уже Малороссия. Да. В результате успешной реализации этого проекта Украина станет так называемой landlocked, то есть отрезанной полностью от выхода к морю территории. А то, о чем мы говорили с Алексеем, ваш комментарий по поводу непризнания России, в чем здесь дело, как вы это видите? Не признает Россия эти выборы? Ну, опять-таки, тут речь идет о семантике, мне кажется, речь идет о балансировке, с тем, чтобы вот не озлоблять Запад одним махом. То есть с самого начала, если мы видим вот, событиями с Крымом и так далее, да, это вот постепенные вот действия, да, то есть постепенное подогревание воды. Вы знаете эту притчу о лягушке, если ее бросить в холодную воду и подогревать постепенно, она сварится заживо. Если ее кинуть уже в кипящую воду, она сразу выпрыгнет. Поэтому, конечно же, как вот я тоже согласен с Алексеем. Я не слышал это интересно. Я тоже никогда не слышал. Это восточная мудрость, но мне кажется, что это дело времени. Фактически, де-факто, это признание состоялось. Были признаны, то есть факт, по крайней мере, факт этих выборов, как стоящих в контексте минских договоренностей, с чем крайне не согласен Киев. Это вот есть суть вопроса. А вот уже семантика, здесь может быть определенная присутствует параллель также с позицией Вашингтона. Не употреблять некоторые, допустим, термины, допустим, вторжение. Да? То есть де-факто все понимают, что были факты вторжения российскими частями военными на территории Украины. Тем не менее, слово вторжение в Вашингтоне, в Пентагоне не используется. То есть это семантические игры, которые позволяют странам, по крайней мере, какое-то время... Ну, это, видимо, тут даже, не нужно говорить политическая корректность, это просто дипломатия. Да, политика в чистом виде. Да, это чисто дипломатия, да.
Да. Алексей, вот опять-таки то, о чем мы говорим, здесь любопытный такой момент. То есть, с одной стороны, существуют границы сегодня у Украины и России, с другой стороны, это для меня было неожиданно в какой-то момент, по-моему, на прошлой неделе вдруг зашел разговор о том, что идет со стороны России в Украину четвертый по счету вот этот гуманитарный конвой. Да. Это, конечно, для меня удивительно было, поскольку я помню, сколько было разговоров по поводу первого конвоя, там 250 или 300 грузовиков, огромных КАМАЗов, вот были направлены, а потом, оказывается, было второе, третье конвой, четвертый. Уже при этом Украину никто не спрашивает, а Порошенко вот в возмущении кричит о том, что это нарушение вообще всех основ международного права. Для меня это тоже совершенно непонятно. То есть сами, опять-таки, лидеры и Луганской, и Донецкой народных республик, они отказываются от украинской гуманитарной помощи. То есть на самом деле они очень избирательны. Они могут брать, а могут не брать. Но при этом от украинской помощи, которая в принципе должна запрашивать разрешение, это границы все-таки Украины. А то, что они внутри там так, и так далее говорят, мы у нас... Ну, если это граница Украины, но они не охраняются украинскими войсками, не патрулируются украинскими... То есть, получается, если дверь открыта в дом, то я могу зайти со стороны. Нет, ну зачем? Но если границы украинцами не охраняются, то есть я, оказывается, россиянин, могу зайти на территорию соседнего государства, просто учитывая, еще раз говорю, как соседний дом, потому что дверь открыта, вот я взял... Дверь же у вас была открыта. Безусловно, именно поэтому-то вот вы задавали вопрос или тон началу программы, зачитывая цитату высокопоставленного американского чиновника, что есть там соображения у Белого дома по поводу того, почему Россия подтягивает свои войска к украинской границе. Потому что она открыта, Россия должна защищать себя в определенной степени и защищать, ну если хотите, украинские интересы, в том плане, что граница не на замке и каким-то образом нужно ее контролировать. А уж если бы Россия хотела зайти туда с той или иной целью, она бы, поверьте, не стала декларировать груз как гуманитарный, не приглашала бы прессу, кстати, не приглашала бы украинских пограничников. Внимательно, пожалуйста, следите за историей каждого конвоя. Всегда Россия обращалась к украинским пограничникам, таможенникам с предложением, с рекомендацией, хотите как угодно. Тут важно использовать какое-то, наверное, правильное слово, но не суть важно. Пожалуйста, досмотрите конвой. Когда начинают досматривать, говорят, нам нужно еще какое-то время, они говорят, ну и ладно, пошли вы к чертовой матери, и мы заходим на территорию Украины. Вот чем все это и заканчивалось. Это все, по-моему, разговоры, и как раз это все такая эквилибристика. Конечно, вот, но гуманитарная помощь, есть гуманитарная помощь. На мой взгляд, обсуждать это совершенно бессмысленно, и самое главное, ни к чему не приводит, потому что за 4 гуманитарных конвоя никто не смог доказать, что Россия перебрасывает туда, я не знаю, атомное оружие, пистолеты, автоматы, амуницию для силовиков и так далее. Это да, да, но это и доказать невозможно, поскольку иди знай, что в этих грузовиках, если их никто не доследует. Нет, почему? Кстати, каждый конвой досматривают как представители прессы, так зарубежный наблюдатель, так и представитель Красного Креста международного, которые никогда не отказывались от этой миссии. С первым конвоем, да, действительно, в связи с... Они не смотрели? Нет, они делали выборочное, все остальное досматривается. Не знаю. Окей. Будем считать, что... Вы знаете об этом? Я не согласен с этим. Да. Я налицо абсолютное извращение фактов в плане этих конвоев. Были факты и остаются факты. Попытки провоза амуниции и так далее, а также вывоза убитых российских солдат. Не только убитых людей, я понимаю, что... И техники. Техники, с разворовываемых предприятий и так далее. Оборонного, есть, оборонки. Да, оборонки и так далее, и угля и так далее. Но это то же самое, та же история, что нельзя доказать участие зеленых человечков в Приазовье, допустим, в Крыму, а потом уже в Приазовье. Всегда меня удивляло, есть информация, есть факты, но начинали-то вы программу, Геннадий, с того, что цитировали высокопоставленного представителя Белого ли дома Госдепа, не суть важно. Но если такая информация есть, что вывозила Россия разворованные станки, что является, в общем, в принципе, противозаконным деянием, если была информация о том, что Россия в рамках гуманитарного, подчеркну, конвоя вывозила трупы убитых солдат или зеленых человечков, ну уж я думаю, Госдеп не преминул бы обнародовать эти факты. Госдеп и говорит, что, во-первых, и вывозилось. Госдеп говорит о том, что не только Госдеп, а вообще американское руководство говорит о том, что там и военные существуют, и туда и техника поступает. Мы сейчас заговорили о гуманитарном конвое. Давайте не мешать две разные гуманитарный вещи. Гуманитарный конвой, американцы, опять-таки, я думаю, что это все в дальнейшем, я надеюсь, это все будет поводом для международного трибунала.
Вот я надеюсь, что все-таки в результате Международный трибунал этим займется. А потом найдутся факты и по зеленым человечкам, по вежливым человечкам, и по гуманитарному конвою. Я думаю, что просто еще время. Все вот сейчас по-живому все режется, все в рабочей обстановке, да ушла, то, что называется. Да ушла, да. Сколько месяцев прошло? Четвертый конвой вот пошел. Ну, четвертый конвой, не первый. Это, конечно, безостановочное. Время есть, так что объявили. Давайте перейдем к следующей теме. Итак, вторник. Республиканская партия по итогам промежуточных выборов получила большинство голосов в Сенате, усилив свое влияние во второй половине последнего срока президента Барака Обамы. Исход выборов, на которых, среди прочего, разыгрывались 36 из 100 мест в Сенате, решили победы республиканцев в штатах Арканзас, Айова, Монтана, Южная Дакота, Западная Вирджиния, Колорадо и Северная Каролина. Митч МакКоннелл, бывший до сих пор лидером республиканского меньшинства в Сенате, теперь станет лидером большинства. Он сам переизбирался в схватке с сильным конкурентом в штате Кентукки. Ну, опять-таки, Петр, опять-таки, здесь можно говорить и о губернаторских выборах. Это серьезная победа республиканцев. Вот меня интересует, я этот вопрос и Алексею задам. На самом деле все ожидают, что вот теперь республиканцы будут всерьез сопротивляться решениям президента. По иммиграционной реформе уже явно конфликт, поскольку Барак Обама сказал, что меня не интересует, там, не тяните время, я сам буду принимать решения, поскольку нужно решать что-то. Но мы понимаем, что на кону президентские выборы 2016 года. Республиканцы сейчас получили силу в Сенате и в Нижней Палате, в Палате Конгресса. Но это означает прежде всего то, что все, что теперь в течение 2 лет будет происходить, они за это и будут ответственны, поскольку они большинство и там, и там. С одной стороны, это большая победа, с другой стороны, один шаг, что называется, вправо или влево неправильный, и это избиратели не простят через 2 года, в 2016 году. Ваше мнение? Ну, совершенно верно. Вы знаете, вообще-то славная американская традиция, что вот в эти midterm elections, да, которые прошли сейчас. Не в первый раз это Америка за 2 года, то есть власть таким образом происходит рокировка, да, и президент становится lame, так называемым lame duck. Это было, знаете, хромая утка. Хромая утка. Это было вообще на самом деле в самом начале правления у Билла Клинтона. Это было в последние 2 года правления у Буша младшего. То есть как бы эта традиция, вы действительно абсолютно правы, что теперь республиканцы, взвалив на себя эту огромную ношу в такие смутные времена, особенно что касается внешней политики, есть определенный риск, что, конечно же, за эти 2 года то, как будут развиваться события, повлияет на их шансы возглавить главный офис в стране. Одновременно должен сказать, что я считаю, во многом неправильная позиция демократов, это их, мне кажется, малодушные, трусливые даже попытки дистанцировать себя от своего же лидера, от президента. Я считаю, это постыдно. Это, считаю, кстати, то же самое было при Буше-младшем. И при Буше-младшем, посмотрите, к чему они привели. Да. Ни к чему хорошему не привело. Я считаю, что это политическая Напомню нашим телезрителям, при Буше-младшем была очень непопулярна. Ну, собственно говоря, в Великобритании это вообще привело к отставке Тони Блэра. Он просто сам ушел в отставку. А здесь, в Соединенных Штатах, просто напоминаю тем, кто не помнит, что здесь, в Соединенных Штатах, здесь была ситуация, когда просто клеймили Буша почем зря. И я думаю, что еще историческая роль его будет пересмотрено Буша-младшего. Но тогда, когда он был во второй своей каденции, это, конечно, был просто мальчик для битья. Вот. Потому что приходили сюда гробы, вот, потому что Соединенные Штаты увязли в 2 войнах, да. Напомню, иракская и афганская. В мире было неспокойно, ситуация была очень непростая экономическая. 2007-2008 год, экономический кризис и так далее. Республиканцы, собратья по партии, они просто боялись даже слово говорить, что Буш относится к этой партии, в то время президент Соединенных Штатов. Вы знаете, и все равно, то есть, это понятие месседжинг, то есть сигналы. Неужели нельзя было выбрать какой-то нарратив? Да, последних вот 6 лет правления Обамы, это все-таки президент, при котором был найден и убит главный американский враг Осама Бен Ладен. Во многом это, вы можете со мной поспорить, но Obamacare, это реформа в страховании и так далее, достаточно успешно работает. То есть можно было чем-то гордиться, нельзя было так дистанцировать. Вы республиканец или демократ? Я не тот и не другой. Как бы I'm bipartisan, я не зарегистрирован ни в той, ни в другой партии. Ну вот, допустим, пример кандидата на пост сенатора от штата Кентукки, которая была соперницей
Митч МакКоннелла, который, скорее всего, станет спикером большинства, лидером большинства. Она вообще даже в какой-то момент довела ситуацию до абсурда, отказавшись даже признать тот факт, что она голосовала за президента Обаму. Она не хотела комментировать, голосовала она или нет. Я считаю, что никогда ни при каком электорате вот такое поведение по отношению к лидеру своей партии не является привлекательным со стороны кандидата этой партии. То есть просто предали, как бы отказались. Фактически, да. Это, мне кажется, малодушие. И как бы ни были настроены избиратели, они это видят. И, опять-таки, это очень неправильная позиция, мне кажется. Ну, хорошо, мы сейчас вернемся еще. Алексей, итак, победа республиканцев. Я еще раз говорю, теперь им придется за все отвечать, что в эти два года. Кстати, как вы описывали вот «Комсомольская правда» вот все это? Да, мы относились к этому, равно как и большинство российских СМИ. С позиции наблюдателя мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств. Слава Богу. Я имею в виду средства массовой информации. Я не являюсь ни поклонником, ни тем более уж избирателем Геннадия Зюганова и коммунистов, но мне понравилась фраза, которую он употребил. Он сказал, назвал теперь Обаму по итогам выборов хромой уткой на все четыре лапы. Ну, понятно, что утки их две, а у Обамы, который стал хромой уткой, здесь нет ничего обидного, уже сразу переизбравшись на второй срок. В Америке, все мы знаем, президенты на третий срок ни при каких обстоятельствах не идут, и они сразу становятся хромыми утками. Употребляется этот термин в прессе, а вот теперь... Это идиома, да. Да, а теперь, учитывая поражение своей партии на промежуточных выборах, Обама охромел на четыре утиных лапы. Но это в любом случае все, что называется, эпитеты. Но, на мой взгляд, и я об этом писал в «Комсомольской правде», что это победа Хиллари Клинтон. Она оказалась в уникальной ситуации в плане того, что она, с одной стороны, и не является сейчас назначенцем, выдвиженцем, заместителем, вице-президентом, участником всего того, что происходит на политическом олимпе в Америке и в политической жизни. С другой стороны, она является потенциальным кандидатом в президенты. В-третьем, что совершенно справедливо заметил Петр, возникла сейчас ситуация, когда... Шаг лево, шаг вправо, что не произойдет в ближайшие два года, что не сделают республиканцы хорошего, а избиратели чаще смотрят на плохого, это будет записано им в пассив. Клинтон окажется и выигрышным лицом, она в любом случае наверняка выдвинет свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов. Вы думаете все-таки, да? Я очень на это надеюсь, сказать по правде. Мне она, я знаю и не раз брал у нее... А 69 лет, как бы там здоровье? Ну, слушайте, в современном... Она еле-еле дошла до последнего года госсекретарем. Ну, слушайте, она дошла не из-за того, что она резко постарела или начала... Нет, ну ей было видно уже все это тяжело нести. Послушайте, она сама говорила, она говорит, слава богу, я ушла. Нет, не забывайте о том, что госсекретарь это не президент. Это совершенно два разных груза ответственности. Во-вторых, не забывайте, что женщины хорошие, актрисы и в нужной ситуации. Они, помните, как избирали одного из пап в средние века, и все сделали ставку на одного из кандидатов только потому, что он весь анклав сидел и, ну, что называется, заливал баки всем остальным кардиналам, что он так себя плохо чувствует, и ему видения постоянные, что он скоро вот уже отправится на небеса. Все дружно за него проголосовали, как только белый дым повалил, теперь уже папа сразу резко поздоровел и правил, находился на... Это напоминает другой раз. Помните фильм «Дамы и господа»? Был такой фильм, когда все мужчины в компании, вот, они доверяли отвозить своих жен, они все в карты оставались играть. Нет, одному из их приятелей, которого они все знали, что он гомосексуалист, он никогда на жизнь... Ну, понятный исход, да, это очень такая смешная была комедия. Все ему доверяли, потому что на женщину не смотрел. Напрасно доверяли. На этом, собственно, построен весь сюжет. Ну, так вот и вполне возможно, что произойдет та самая ситуация. Я считаю, что 70 лет в современном мире, в современной Америке, при современном режиме питания, медицине, наблюдении врачей, послушайте, человечество движется вперед. 70 лет, да, мы привыкли, бывшие советские граждане, думать о том, что это уже развалино. Ну, кстати, вот то, что вы сказали, здесь интересно, поскольку Петр говорил о том, что демократы, они стараются дистанцироваться от своего президента, а ведь на самом деле Хиллари Клинтон и дистанцироваться не надо. Мы должны вспомнить 2008 год, президентская кампания, когда она выступала против Обамы, потом она сейчас своего электората предложила ему заявить о том, что она новый глоток свежести, что она новая. Что она знает, как надо. Она знает, как надо, и что она не птенец гнезда Обамы. Она, да, она птенец этой партии, но и совсем из другой. Тогда она мужественно отдала свой электорат ему, вот, выступила, да. И так далее. Да. То есть эндорсмент тогда был такой. Да.
Петр, немножко теперь о республиканцах. С одной стороны, мы говорим о демократах, и да, многие говорят о Хиллари Клинтон, а вот республиканцы, опять-таки, опять всплыл Крис Кристи, губернатор штата Нью-Джерси. Нужно не забывать Джеба Буша, который все-таки тоже из клана достаточно влиятельного. Опять-таки, Рон Пол. Вот, и так далее. Вот кого вы видите сегодня за два года? Я хочу сразу, чтобы поняли наши телезрители, о чем мы говорим. Напомню президентскую кампанию 2008 года. У меня есть до сих пор эта газета USA Today. За два года, ну правда там было за три, вот за тысячу дней до президентской кампании, до выборов 2008 года, 10 или 20, я уже не помню, кандидатов от республиканской партии, 10 или 20 кандидатов от демократов, так вот, все в фотографиях, там не было Барака Обамы. И в 2006 году о нем никто не представлялся, что он станет президентом. То есть сегодня, находясь за два года до президентских выборов, вспоминая, опять-таки, по аналогии 2008 год, мы можем подозревать, что появится за это время какой-то кандидат, которого все вот поднимут, как это было тогда с Бараком Обамой. А кто от республиканцев, на ваш взгляд? Вы знаете, этим сюрпризным, сюрпризом, кандидатом сюрпризом может быть стать тот же Ромни, вы забыли упомянуть его. Ромни, говорят о том, что он может взять реванш. И мне кажется, Ромни наиболее, по разным причинам, Ромни наиболее сейчас, мне кажется, выгодная и возможная кандидатура для американцев, только потому, что он, в принципе, несмотря на то, что был не особо впечатляющим кандидатом, да? Он просто не имеет такого вот шлейфа негатива, да? Как, допустим, тот же Крис Кристи и другие. А Крис Кристи, ему навешали вот эти вот негативы? Ну вот мы буквально находимся в двух шагах, да, от этого, я говорю, объекта, да, вот Джордж Вашингтон Бридж, которым, то есть это, и будет ему, это будет вытащено, не забудут и ему это не забудут, потому что действительно здесь, если мы говорим, если республиканцы ведут свою политику, основываясь на том, что правление Обамы было авторитарным, это был чуть ли не сталинизм или не гитлеризм, да, как многие говорили, то что сказать тогда уже об этом человеке, который себя позиционирует как анти-Обама, который Крис Кристи, который, тем не менее, тоже имеет такой вот грешок очень авторитарного, очень мстительного, да, акта, несмотря на то, что он был оправдан. Он-то говорит, что он не знал, что это его помощник. Что он не знал, но, опять-таки, я думаю, что электорат на это не купился. Я думаю, что это грешок. Я напомню нашим телезрителям, речь идет о мэре города Форт-Ли, который не понравился представителям губернатора штата Нью-Джерси. Форт-Ли находится рядом с Джордж Вашингтон Бридж. И помощники Криса Кристи, они просто устроили обструкцию водителям, собственно говоря. И в течение 6 часов был блокирован Джордж Вашингтон Бридж. По-моему, одна только полоса работала. В результате это то, что называется, был месс. Вот, то есть это, да, это был кошмар просто то, что происходило. И это происходило в течение нескольких дней. Крису Кристи было выставлено обвинение, что это он таким образом, не поделив с мэром города Форт-Ли какие-то свои там проблемы у них были, сейчас не хочу углубляться, что он не ему отомстил, но в принципе ведь не доказано, что это он, хотя его помощники, они сказали, что да, в принципе, они были обвинены в этом. То есть называется plausible deniability, они дистанцировали его, они приняли удар на себя, так делается опять-таки в политике. Они стали мальчиками. Они ставили мальчики для битья козлами отпущения, но тем не менее у электората осталось впечатление, что этот человек готов для сведения своих личных каких-то счетов, мелкой вендетты, ставить под угрозу благосостояние своих избирателей, просто жителей, компьютеров штата Нью-Джерси и Нью-Йорк. То, что и произошло, это большое мясо, о котором вы говорите. Okay. Поэтому это кандидатура действительно. То есть и речь опять-таки идет, как позиционировать себя как не Обама. И поэтому вот из кандидатов, которых вы упомянули, мне кажется, как Ромни. Ромни может быть тем уже известным нам кандидатом, который может опять вот вылезти и показать себя каким-то боком и иметь успех. Алексей? Тот же самый вопрос по поводу республиканцев, ведь в прошлой президентской кампании вы уже жили в Соединенных Штатах, это как раз получается какой-то 2012 год, прибыв сюда из Израиля. Израильскую тему мы сейчас опять будем рассматривать отдельно. Ваш взгляд на потенциальных кандидатов от республиканцев? Нет никакого взгляда по одной простой причине, что, представляя российское средство массовой информации, одно из крупнейших в мире, а не только в России, традиционно мы не углубляемся слишком в большие или уж совсем в потаенные дебри американской политики в плане
кандидатов и персон, предпочитая иметь дело где-то с финишной прямой, когда вырисовываются какие-то конкретные фамилии. Это совершенно нормально, я считаю, для журналиста, да уж для читателя тем более, потому что, повторюсь, Россия всегда или практически всегда с уважением относилась к выбору любого народа. И принимала, или одобряла, или поддерживала, хотя слово «поддержка», наверное, не совсем правильное или дипломатичное, то правительство, которое выбирало, ну, в том числе и народ Соединенных Штатов, которого я бы и не задавал этот вопрос вам как журналисту, поскольку именно вы начали говорить по поводу Хиллари Клинтон. Yeah. Может быть, вопрос тогда не как журналисту, а как человеку, который живет уже не первый год в Соединенных Штатах. Мы сейчас перечислили несколько человек. Вы кого-то видите, кто, допустим, был бы кандидатом от республиканцев как фигура, которая может противостоять Хиллари Клинтон, нет, поскольку она уже названа? Нет. Нет. Не существует? На мой взгляд, по состоянию на сегодня не существует. И Петр уже, простите, вы рассказали о газете, в которой не было президента или потенциального тогда президента Обамы. Я напоминаю вам и российскую ситуацию. Если взять историю государства российского, то, пересмотрев состав или правительства, или ближайшего окружения президента Ельцина, до определенного момента имени Владимира Путина не знал никто. Да, пожалуйста. Я хотел бы еще добавить, что кто бы ни был со стороны кандидатом, со стороны демократов или республиканцев, мы можем быть уверены, что обе стороны будут соревноваться в агрессивности своей позиции по отношению к России. Я думаю, обе партии будут в этом отношении... Эту карту будут разыгрывать. Будут разыгрывать. И в этом отношении опять-таки всплывает кандидатура Ромни. Я прошу заметить, что в ходе предвыборной кампании 2012 года он назвал Россию врагом номер один. И это, причем, нужно понимать, было до украинского кризиса. Клинтон тоже, между прочим, не понравилось россиянам в свое время. Да, в свое время. Но все равно, вот если сейчас вы проштудируете, изучите российскую прессу, то, конечно, в связи с выборами, с победой республиканцев, да, взятием обеих палат, увеличением своего преимущества, да, в плате представителей и взятие Сената, ничего хорошего российским наблюдателям не ожидается. Потому что известно всем, что и всегда исторически республиканцы были наиболее воинственно настроены по отношению к России. Здесь, что касается вообще вооружения, сейчас в частности стоит вопрос о вооружении Украины. Учитывая, что сенатор Маккейн прочится, да, на позицию главы, да, комиссия по вооружению, да. И вы знаете позицию Маккейна по поводу Украины, стоит ожидать, по крайней мере, серьезного рассмотрения вопроса о вооружении Порошенко. Кстати, интересно, вы упомянули о том, что вот считается, что при республиканцах с Россией тяжелые отношения, а при демократах наоборот. А вот да, как раз все эксперты, да. А потом оказывается, на самом деле сейчас при демократе, президенте Обаме, отношения очень тяжелые, а при президенте Буше они были совсем другие. Ну а по чьей вине они тяжелые? По чьей вине они тяжелые были? Чья инициатива была эта кнопка перезагрузки? Понимаете, кто свел на нет? Это потепление в отношении, вот в чем вопрос. Ну, неважно, я не думаю, что это был Обама. Ну, опять-таки, мы сейчас говорим де-факто, вот факт, да, существует. Да. И мне всегда это нравится, когда говорят, вот при республиканцах одно, при демократах другое. А, по-моему, при Клинтоне, допустим, были другие отношения, чем при Рейгане. Я не спорю, но я говорю сейчас о реакции именно российской прессы. Ну, да. В частности, о российских экспертах, которые именно так и считают. Я с вами в чем-то согласен, да, конечно. Давайте перейдем к следующей теме. Итак, третий день. Минувшую среду, 5 ноября, в столице Израиля был совершен автомобильный теракт. Второй за последние две недели погиб капитан погранслужбы. Около полудня белый микроавтобус Ford Transit, за рулем которого находился активист террористической организации «Хамас» Ибрагим Акари, врезался в автомобили и в людей в районе трамвайной остановки на улице Шимон Ацадик. Или Цадик, наверное. Затем террорист продолжил ехать по трамвайным путям до ближайшего перекрестка, где врезался в столб. Там террорист вышел из машины и с железной палкой в руках набросился на прохожих. Бойцы пограничной полиции открыли огонь в сторону террориста и ликвидировали его. Ну вот он оказался из друзской деревни Бейджан, и на самом деле у него, у этого террориста еще и, я извиняюсь, это друзская деревня, это никакого отношения к нему как раз не имело, вот это погибший капитан израильских войск, а вот сам террорист, он, в общем-то, из достаточно известной семьи, и его, по-моему, дядя, то ли отец, он был отпущен по вот этой сделке с Гилядом Шалитом, получив перед этим 3 срока тюремного заключения.
Итак, Алексей, ну, опять-таки, я всегда апеллирую, когда мы говорим о Соединенных Штатах, то есть об Израиле, к тому, что вы там были корреспондентом, провели какое-то количество лет в Израиле. Я смотрю, иногда вы даже заметки делаете на иврите, то есть вам эта страна абсолютно не безразлична, вы воспринимаете ее едва ли не как вот такой, да, очень... Как кусок жизни, да. Да, свой кусок жизни и так далее. То, что происходит сегодня в Израиле. С одной стороны, арабское население Израиля говорит о том, что, да, собственно, и палестинцы тоже, по крайней мере, так громогласно, они говорят, что мы не хотим никакой третьей интифады, а мы хотим, чтобы прекратилось движение к Храмовой горе, там, израильтян и так далее, чтобы вообще эта тенденция, как бы, и оставили в покое мечеть Аляксу. Этот вопрос вообще поднимается и постоянно культивируется как раз лидерами палестинской автономии, мечеть Аляксы, обижают израильтяне и так далее. Но то, что происходит сегодня, уже, по-моему, напоминает интифаду. Что такое террор? Террор — это, в общем-то, задача, поставленная перед террористами, запугать население. 2 недели назад такой же теракт. Теракт, который мы обсуждаем, он произошел в Иерусалиме, а буквально, по-моему, на следующий день или даже в этот же день, где-то на Тримпиаде, да. Да, ну там пока решили. Странное тоже, да, как будто бы это авария, да. Но опять-таки 3 военнослужащих были сбиты. Опять-таки Глик в него стреляли в эти же дни. Я уже не говорю об этих массовых волнениях, которые сегодня уже не только в Восточном или просто в Иерусалиме, они в разных городах. Ваш взгляд на то, что там происходит? Геннадий, вы употребили слово «сейчас» в вопросе, что происходит сейчас. А что происходило 3 года назад, 4 года назад, 5 лет назад, 10 лет назад, 8 лет назад? Убивали Рехавама Зеева Ганди, были теракты другой формы. Сейчас они просто получили новую, скажем так, форму исполнения. Это автомобильные теракты без поясов шахида, без взрывчатки, без пистолетов и так далее. Что происходило 15-20 лет назад? Ариэль Шарон поднимался на Храмовую гору. Другие израильские... Это вторая как раз интифада, 2001 да. год. Открывали туннель Хасмонеев, закрывали туннель Хасмонеев. Все это похоже, к сожалению, на один и тот же сон. Вот такой вот своеобразный день сурка. Охлаждение Сыордании, потепление Сыордании. Тайный визит Нетаньяху, там, Барака, Иуда Барака или какого-то другого лидера. Все это вот такой вот фильм, который вот день сурка, который крутится и крутится и крутится. Говорить о чем-то, о какой-то новой сейчас, ну, если не интифаде, то, по крайней мере, новые страницы, качественно новые, неважно, со знаком плюс или знаком минус, израильско-палестинских отношений, не приходится. Я думаю, что это будет продолжаться еще очень долго. Сколько лет, сложно сказать, 60, более уже 65 лет существует государство Израиль. И так или иначе все это продолжается. Да, это действительно в режиме реального времени, по живому месту. Иерусалим, место святое для 3 религий, а если начать загибать пальцы и включать дополнительные конфессии, то мы и за 20 конфессий насчитаем. Это город, который существует многие тысячелетия и вмещает в себя духовное наследие больше доброй половины человечества, где веками, если не тысячелетиями, жили вперемешку люди самых разных национальностей, которые переходили. Ну, это невозможно, понимаете? А почему все-таки, да. Почему все-таки сейчас, после 50 дней вот этой операции, которая, собственно, была войной в секторе Газа, после того, что Абу Мазан, он пытается через Организацию Объединенных Наций, через Совет Безопасности Организации Объединенных Наций решить вопрос о статусе палестинцев. Нет. После того, что шведы, они уже сказали, что мы признаем палестинское государство, сейчас вроде бы во французском парламенте рассматривается тоже этот вопрос. Почему сейчас вот такое обострение ситуации? Опять же, я не вижу никакого обострения ситуации. Все так или иначе было, просто сейчас некоторые трагические события происходят с чистотой. Здесь нужно упомянуть еще один момент принципиально важный, который мы замечаем и в Европе, и в Азии, и на Ближнем Востоке. Позиции исламского государства укрепляются, террористической группировки, ИГ, как сейчас принято ее уже аббревиатуру ставить, в русскоязычной прессе, они укрепляются. Мы живем в 21 веке, вне зависимости от того, что
израильско-сирийская, израильско-ливанская, израильско-иорданская границы либо закрыты, либо находятся под полным контролем. Сегодня в состоянии террористы или люди, им сочувствующие, быть в коммуникации друг с другом посредством интернета, различных других средств связи. Идеология проникает в голову. И, к сожалению, в Израиле, к сожалению, к счастью, опять же, наверное, неправильная категория, но это факт, проживает пятая колонна, это израильские арабы. Какая-то часть из них имеет гражданство, какая-то часть не имеет гражданства. У них особая ситуация, они почти не платят налоги, они живут в своих населенных пунктах, куда не заходит полиция. По большей части, подавляющее большинство, это арабы, мусульмане, арабов-христиан в Израиле не так много. Вот пятая колонна, о которой Авигдор Либерман, нынешний министр иностранных дел Израиля, неоднократно говорил и говорил о том, что это бомба с замедленным действием. Не забывайте о том, что при разлиновке или определении границ государства Израиля, палестинского государства в Организации Объединенных Наций, резали тоже по-живому, и у большинства израильских арабов есть близкие родственники на территории нынешней палестинской автономии. То есть это самый настоящий балаган. Кстати, слово «балаган» есть и в иврите. Большой балаган, балаган Гадоль, он продолжается до сих пор. Вот, усилиями Организации Объединенных Наций, других правозащитных организаций, термин «палестинский беженец», он до сих пор используется и склоняется на все лады. Несмотря уже на 8 или 10 поколений. Да, на 8, на 10 поколений. То есть я, получается, беженец, наверное, от чего? От татаро-монгольского ига. И, наверное, тоже сейчас имею право предъявить претензии на землю, на золото, на ту дань, которую русский народ платил и так далее. Вот это вот странность. Двойные стандарты. Да и плюс, ну что тут греха таить, нисколько мне не хочется поддевать Белый дом, но Белый дом вот в нынешней его, с нынешней его администрацией, во-первых, наплевал, по сути дела, на палестино-израильский конфликт. То есть Керри мотался, как челнок, потом вдруг резко прекратил. Я его лично видел последний раз 1 января уже уходящего года 2014 в Тель-Авиве. Он там был после этого. В 2014 году он практически туда не приезжал. И вот вся вот эта возня вокруг исламского государства, когда Обама говорит, нет, ни один американский солдат не ступит на иракскую большую землю. Через 2 недели он заявляет, что ступит на иракскую землю, что, извините, мы боевикам в Сирии сбросили оружие, а вообще попало оно не туда. Ну, это похоже на какой-то... Балаган, то, что вы говорите. Балаган Гадоль на иврите, большой балаган. Петр. Мне очень будет сложно что-либо добавить к этому всеобъемлющему ответу. Я совсем согласен фактически с тем, что сказал Алексей. Единственное, тоже я должен подчеркнуть, что мне кажется, это частные. Здесь может речь идти о частных случаях шахидства. То есть вот образ шахида. Сейчас у нас имеем дело с исламским государством. Опять-таки тот же образ арабского мужчины. Великомученика, мученика за веру, он всегда есть и остается, и всегда будут находиться молодчики эти, разочарованные жизнью, молодые люди, которые будут жертвовать своей жизнью ради какого-то идеала. Вы знаете, что в эти дни идет, в частности, опера, очень нашумевшая скандальная опера в Метрополитен театре. Смерть Клинхофера, вы знаете эту историю убитого террористами участника. Брошенного просто брошенного в воду. В море, да. В воду, которого выжил Холокост в свое время. Человека еврейской национальности, мужчины. И мы говорили об этом, инвалид в кресле. Инвалид, да. Они, кстати, поехали с женой отмечать юбилей своей свадьбы. Да. И вы знаете, в этой опере очень наглядно, очень так... красочно показывается этот образ. Вы смотрели это уже? Я был буквально там на несколько дней назад. Интересно ваше ощущение. Очень четко именно отображена тема, как становятся шахидами. Как мать растит своего сына, внедряя в его сознание эту мысль, что смысл его жизни постоять, отомстить за убитых израильтянами, в частности, родственников, за своего брата, за своего отца и так далее. Это является высшей целью жизни такого молодого человека, и в этой опере очень четко прослежена именно это. Да и высшая цель матери в таком случае воспитать шахида. Да, да. Потому что, вы знаете, матери шахида всегда заявляют, что они рады, они счастливы. Вы знаете, вот интересно, мои приятели все отказались идти на эту оперу. Я знал людей, которые возле Метрополитена, они в пикете были и так далее. Вы единственный человек, который пошел, вот меня
тогда интересно, немножко тогда остановимся на это. Я думаю, что и Алексею тоже это интересно. Конечно, вы не были на опере, нет, да? Не был. А как зал вот чувствовал? Какое ваше было ощущение, когда вы вышли после этого? Вы знаете, есть определенные моменты, которые для нью-йоркской публики просто немножечко, они вызывают определенный дискомфорт. Это в частности, и это легло вообще в критику этой опере, в том, что вот если, допустим, линия арабов, да, участников, это, героев этой оперы, показывается как линия самопожертвования, может быть, немножечко с пафосом и так далее, то еврейская позиция показана вот немножко с более утилитарной, приземленной перспективе, что вот мы приехали, мы ционисты, мы выжили Холокост, мы приехали ни с чем, у нас не было ни теплой одежды, ничего, то есть немножечко материалистичная составляющая, что в принципе является, вы знаете, тоже немного стереотипичным, да, вообще, пониманием этого вопроса. Мне кажется, эти моменты были немного конфузили аудиторию, но в целом эта опера для меня вообще просто имела потрясающий вот, в первую очередь, конечно, с музыкальной точки зрения, потрясающая музыка, потрясающая инструментальная составляющая. Это атональная во многом опера, тоже не для всех. Как бы, да? То есть, и мне она вот с музыкальной точки зрения в первую очередь она явилась очень серьезным Ну все-таки я понимаю, да, но опять-таки у нас не музыкальная передача. Когда идет разговор о том, что вот рассказывают об убийце там, и так далее. На самом деле это же ублюдок. То есть он взял и просто-напросто сбросил пенсионера, еврея, человека, который на кресле-каталке, он его просто сбросил, потому что он еврей. Он его взял и уничтожил. Но он уничтожил. Они захватили корабль, потому что пассажирское судно, туристическое судно, они его захватили, потому что у них были свои цели. Единственный, кто погиб, это Клинхофер, то есть во время всей этой операции. То есть операция проводилась террористами, и этот террорист, он просто-напросто взял и убил человека. Знаете, что мне кажется, многих еще очень сконфузило. Там есть какое-то оправдание? Амбивалентность, не оправдание, но амбивалентность позиции, кто прав, кто виноват, угу. Потому что обе стороны, и убиенный Клинхофер, был прав, он восстал, он поднял свой голос против них, он стал скандалить, его в результате он был за это покаран. И одновременно человек, который убивал, в это время ощущал полную правоту свою это сделать. Понимаете, то есть обе позиции показаны как вот уверенные в своей правоте. В этом-то как раз весь ужас, потому что на самом деле это то, чем занимаются, в общем-то, западные либералы, когда они говорят, что ну а как же, когда евреи идут в Газу, вот, они же должны понимать, что там люди, которые тоже возмущены тем, что евреи проводят операции, что они там живут в каком-то анклаве там и так далее. То есть, когда начинаешь разбираться, то оказывается, что и убийца, это, между прочим, то, что и с Мюнхеном было, 72-й год. Геннадий, показать то, что убийца уверен в правоте своего дела, это не значит его оправдать. Или вы хотите поспорить с тем, что он знал, что он был уверен в своей правоте? Вы не согласны с этой позицией? По умолчанию. Убийца правота. Убийца не может никоим образом обсуждаться на сцене или в каких-то публичных мероприятиях. Правота убийцы здесь само... Сочетание этих двух слов, оно несовместимо. Это оксюморон, это как живой труп. Да, это оксюморон. Я считаю, что искусство не подлежит такого рода критицизму. Вы знаете, это немножко похоже дело с критикой в отношении Лолиты, великого произведения Владимира Набокова. Нет, это другое. Безусловно, и убийство, картину царь Иван Грозный убивает своего сына. Поймите, есть историческая, ну если не правда, а историческая память. Я всегда привожу один пример для евреев всего мира, или, по крайней мере, для ашкеназских евреев. Имя Богдана Хмельницкого лет 300-400 тому назад было... Именем убийцы. Именем убийцы. Гитлер не делал то, что творили войска этого человека. Тем самым, по состоянию на сегодня, никого не возмущает, что есть орден, что есть город целый, назван его именем в Украине, евреи в нем живут, что есть улицы, станции метро и так далее. Историческая память, это вот всегда, когда мне задают вопрос, что делать с музыкой Вагнера, почему... Вот, особенно когда в Израиле ее исполняют, люди встают, уходят, скандалят, целые демонстрации, потому что еще живые люди, я видел лично, у которых либо здесь вытатуирован номер. Я вам скажу, что для меня, например, это все равно, что есть какой-то кровавый убийца, вот однозначный ублюдок, но его пытаются в искусстве оправдать тем, что у него детская возможность представить его точку зрения. Такого не должно быть.
Ну, мы говорим «должно», но это же не, это не агитпроп, это искусство. Это, в этом-то и существенно. Проблема в том, что это делается на сцене Метрополитен-опера. Вот вы говорите «нью-йоркская публика». На самом деле Метрополитен-опера – это один из раскрученных брендов Нью-Йорка. И я лично, например, этим летом был на концерте Спивакова. И в зале увидел огромное количество людей, ну, которые явно к русскоязычной диаспоре ну, не имели ну, никакого отношения. Это были японцы и китайцы, это были корейцы, это были тайваны, это были коренные американцы. А перед этим несколько человек пытались прорваться в здание с украинскими флагами. Как раз мы знаем всю эту историю. Вы знаете всю эту историю. Люди просто купили билеты в интернете или через кассу. Они приехали в Нью-Йорк на неделю, на две. И, разумеется, как обязательный аттракцион, аттракцию, если хотите, они включили Метрополитен-опера. Вы понимаете, что хорошо, если придут люди подготовленные, знающие эту историю. Я имею в виду историю вот, с арабами и евреями в этом противостоянии. А если приходят люди, которые не то чтобы морально, а исторически или ментально к этому не подготовлены, вы понимаете, что они могут принять его точку? Я должен сказать, я должен заметить, что в плейбиле, в программе этого спектакля было мелкими выделено, буквами, нет, да. Была выделена целая страница для семьи, в частности, дочери, если не ошибаюсь, убиенного Клинхоффера, для своей так называемой дисклеймер, где она высказала свою позицию. Вообще жаль, что целая вы так страница. Поздно сказали, что вы на эту оперу ходили. Мы уже да. Время вот на... если бы честно... Да, я вам должен сказать, здесь один только такой момент. Вот сейчас у нас идет как раз, вот шла на этой неделе фильм «Ошибка резидента» и так далее. Ножкин там, да, Жонов там Жонов. И так далее. Да. Вот я посмотрел, мы сейчас говорим, допустим, о той пропаганде, которая проходит в России, сравнивают ее с Геббельсовской и так далее. До нас в свое время так зомбировали. На самом деле, здесь очень хитрые, опять-таки, 17 мгновений весны и так далее. Но наши они умеют иначе. Наши и убивают, оказывается, разведчики иначе. Вот тот-то берет и прямо ребром, да. Ребром ладони так хитро, противно и так далее. А наш, он если убивает, то он плачет при этом и так далее. Это и есть пропаганда. Пропаганда, искусство на самом деле, это очень серьезная вещь. Недаром Ленин говорил, из всех искусств для нас важнейшим является кино. Потому что пришедшие в кино люди, их можно оболванить, и потом они уйдут с идеей, что оказывается арабский террорист, он человек тоже. Арабский террорист это ублюдок и бандит, которого нужно прямо на месте было просто распять. Есть разница в, скажем, величии сцены. Если бы это произошло на сцене какого-нибудь небольшого, провинциального, ну пусть на меня не обидятся жители Бруклина, Бруклинского театра, это произошло на сцене Метрополитен-опера, всемирно известной сцены, авторитетной, нет, этого быть не может. Время подошло к концу. Жаль, что вы так сказали поздно об этом. Мы бы могли бы, конечно, всю программу этому уделить. Благодарю за участие в передаче. Спасибо вам. Да, Алексей, благодарю за участие в программе. Дамы и господа, я также прощаюсь с вами. С вами благодарю за участие в нашей передаче. Прощаюсь до следующего воскресенья. Всего доброго.